Раз, два, не помню. Давай. Представься, назови свою фамилию, имя и отряд. Меня зовут Трифоненков Андрей, я из третьего отряда. Чем ты занимался в течение этой недели? Я ходил на кружки и занимался спортом. Какое мероприятие тебе понравилось больше всего за эту неделю и почему? Мне понравилось мероприятие, когда мы ходили на концерт, и там была развлекательная программа «Угадайка». Мне очень понравилось. Почему? Потому что интересно, и вспоминаешь всякие там, например, флаги и все остальное. Какое тебе больше всего спортивное мероприятие понравилось за это? Спортивное – это теннис. Какие кружки ты успел посетить? Папье-маше, оригами и начинаю посещать инфоцентр. Какая у тебя любимая еда в столовой? Это оладушки со сгущенкой. Что тебе больше всего нравится в «Орбите»? Мне больше всего нравится отличная погода, и хороший коллектив и отличный график дня, веселый. Чего здесь не хватает? Что хочешь изменить в лагере? Здесь все отлично и ничего изменять не надо. Что для тебя «Орбита»? Для меня «Орбита» — это как второй дом. В нем я нахожу новых друзей, посещаю, открываю для себя новые какие-то там критерии, ну, то есть открываю новое что-то. Какие у тебя есть пожелания «Орбите»? Я хочу, чтобы «Орбита» процветала дальше, и хочу, чтобы дети больше приезжали сюда и радовались, то, что они приехали сюда. Спасибо за интервью. Пожалуйста. Андрей, как будто всю жизнь интервью.